Во всем мире сегодня отмечают Международный день инвалидов, основная цель которого – объединить усилия общества в создании равных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов в своем обращении к жителям региона отметил, что обеспечение достойного качества жизни инвалидов, решение задач, связанных с их реабилитацией, творческим и профессиональным развитием, возможно только благодаря совместной работе органов власти, общественных организаций, ежедневному труду тех, кто помогает инвалидам в сложных жизненных ситуациях. В республике создается комфортная, безбарьерная среда, общественные пространства и социальные объекты становятся доступнее для маломобильных жителей, приобретается транспорт для их адаптивной перевозки, предоставляются безвозмездные субсидии на приобретение жилья.